Я пока разбираюсь, как так вышло, но, кажется, Фарид пропал. Нет, вы все неправильно поняли. Меня никто не бросал. Просто мой жених попал в беду, и мне очень нужна ваша помощь. Вы же мои друзья. Ближайший рейс в Баку в полночь. Мы успеваем. Цель приезда? Девушка замуж хочет. Ребята, это Тимур, лучший друг Фарида. Очень приятно. Место встречи изменить нельзя. Почему сразу не написать «я в жопе» и адрес? Искать нужно. Дома у Фарида. Ищем Фарида? Да. Нет. Ваш Фарид кое-что у нас забрал. Найдите это и верните нам. Мальчики, а хотите студенческий фокус? Внимание на грудь. Может быть, мне не надо было сюда приезжать? Фарид вообще знает про Диму? Марусь, я тебя люблю! В случае укуса змеи выхода два. Или отсосать яд из раны, или вырезать место укуса. А что вы на меня-то все смотрите? Кто придумал, тот и отсасывает. Извини, Димыч. Нет!